Чего? Даже не помню. Десять девушек пьяны, плачет смерть на груди гуляки. И там лес глубинных чуч, и заря утекла на мраке. Есть там залы, где сотни окон, а за ними деревья вкупе. Возьми, возьми этот лац, закусивший губы. Я люблю, я люблю. Я люблю тебя там, при луне, и с увядшей книгой в окне, и в укромном гнезде маргаритки, и в том танце, что снится улитки. Так порадуй теплом этот лац, этот лац, этот лац, этот лац, этот лац с перебитым крылом. Я с тобой танцевать буду в фене, в карнавальном наряде реки, в домино из воды и сени, как черны мои тростники. А потом прощальную данью я оставлю эхо дыханием в фотографиях и флюгерах. Поцелую сложу перед дверью и волнам твоим поступи верю. Предпеваться в скрипку и брак. Нравятся муравьи или цыплята. Прекрасно размножаются совсем по-другому. Лежит он себе в болоте, кинувшись гнилой деревяшки, и ждет. Вот тут летает птичка, пугачка или калибика. Сел на сучок, пасть хлопнула, не дала. Нет. Но это еще не процесс размножения, это работа органов пищеварения. И вот другая птичка села на сучок, пасть хлопнула, не до смерти, а только хрустнула крылышко. Плачет птаха, плачет птаха. Дядь, больно, отпусти! А будешь крокодилом, спрашивает дядя, не разжимая зубов. А сам плачет, как бы вспоминая нечто грустное. Буду, буду, только отпусти. Отпускаю. И вот перед вами новый крокодил, пока еще не похож на зубы и хвост. Делает живной, а глядишь, к вечеру их уже двое. Который же утром чирикал и порхал. Ага, он тот поменьше. А Брэм был хороший человек, человек, знающий специалист, но не пророк. Все. Кто автор? А? Автор. Брэм. Смою заглянула в окно и словно говорит. Спать молодым в этот час смешно, ведь у вас огонь горит. Сон и покой к вам еще придет, а молодость она. Все, что от жизни она берет, потом отдаст сполна. Пока в груди огонь горит, пока бежит по жилам кровь. Ловите счастье сладкий миг, ловите страстную любовь. Детская песня, конечно. Знаю, что будет мне нелегко, я ко всему готов. Пусть на пути реки цепи горжи, пусть голова героев. В трудной борьбе жизнь и красота, стремление и успех. Легкая доля мне не нужна, и думаю для всех. Пока в груди огонь горит, пока бежит по жилам кровь. Лови. Что-то грустно стало все так. Счастье сладкий, ловите страстную любовь. Ура! Ура! Да. Гори, гори ярко, чтобы не погасло. Гори, гори пуще. Гори, гори пуще. Наши угарики, не знаю, нет. Все сухое. Ну, а печи повали. Сейчас будет, подожди. Да, да, глубоко и не холодно. Вот смотрите, вот это вот.
Подожди, отпусти. Так, надо загадывать желание. Надо, чтобы он не... Там свечку, что ли, положили? Нет? Ну, там не свечка, там промасленная бумажка. Когда он вас унесет... Смотри, просто не очень. Странно. Из круга не выпустит. Давай пониже, чтобы у него не касаться. Вам поставить его на землю? Не надо. Надо держать. На самую землю. Когда нагреется. Утро должен взлететь. Да? Ну как температура поднимется? Нет. Да плюс 3 на улице. Или 5. Загадывайте желание. Одно на всех. Кто больше? Одно желание. Ой, ой. Сейчас нагреется. Не полетит. Все сейчас погорит и пойдет, нормально. Куда ты полетишь? Фоткайте, Все страшненько. Вот это страшно. Все. Да нет, фоточку залетит. Все. Ничего себе, слушай. Все нормально. Все нормально. Там много будет. Я в Новый год. Мы обычно что, салют? Мы смотрим, что-то висит, а уже... Класс! Что-то надо будет перенять. Вы такие пытались делать, если это купила специально? Нет, это купила, да. И там написано, как это делать надо или нет. Здесь руки поджигаешь. Смотрите, как он высоко поднялся. Слушайте, обалдеть. Ну пока не погасло. Так, пролета. Да, здесь аэропорт недалеко. Завтра напечатали, что НЛО было. Нет, там не было. Там было, что они собрят. Я, да, сглупила, надо было чуть-чуть сделать приближение, оно тогда больше. А так его вообще не было. Главное, чтобы ничего потом не сгорело. А какие тут? Тут самые плотные, ближе к земле. Все, ребят. Алиса, ты что? Смотри. Надо, конечно, блин. Не гости. Нет, он здесь во дворе. Твоя машинка далеко? Ну, он уже вроде не горит. Ладно, последний раз. Нормально, горит сейчас.